ты знаешь, я вообще редко ошибаюсь. Вот. Ну, и сейчас, поэтому... А с Саймоном ты не ошиблась? Поэтому... Это не была ошибка? Саймон? Саймон? Нет, это лучшие моменты в моей жизни. Ты что? Особенно, когда ты попала в больницу с сотрясением мозга. Вот да, это вообще идеально. Я люблю, когда мне причиняют боль мужчины. Ну, это круто. Моя мазохистка. Это была ролевая игра. Ты так не умеешь? Ну, знаешь, если я достойнее веду, и мужчина рядом, который со мной тоже достойно ведет. Ну, мужчина у тебя, да, достойный. Да. Но, как бы... Ну, как бы. Не для тебя. Не, ну с сотрясением мозга никогда уж не попадала в больницу. Я два раза попадала. Ну, видишь. Ну, это а ты еще ни разу? Это на самом деле очень круто. А ты еще ни разу? Нет. Блин. Представляешь? А хочешь дебют? Ну это круто, это есть. Вот мне кажется, реально есть чем гордиться, правда? Да, реально. Прям. А хочешь дебют? Хочешь дебют? Нет, не хочу. Здесь, кстати, врачи очень хорошо лечат. Да, так ты уже здесь тоже попадала, кстати, да? Да, реально, я думаю, тебя тихо, подожди, ты меня не перебивай. Ты мне расскажи, нет. Ты меня не перебивай. Ты мне расскажи, нет. Нет, давай, слушай, давай, не перебивай. Я буду говорить, когда я хочу. Ты будешь говорить, когда ты хочешь, в моем присутствии нет. Да, конечно. Нет, просто примет. Лен, давай не смеши меня, пожалуйста. Если ты там можешь, думаешь, тебе смешно? Мне говорить, когда я тебя буду перебивать. Тебе смешно? Конечно, смешно. Ты улыбаешься, когда смотришь на меня? Конечно, а чем плакать? Может быть, тебе интересно просто разговаривать со мной? Мне кажется, тебе а интересно. А может быть, займешься своими отношениями с Мандазиром? Ну, мне кажется, просто тебе интересен Мандазир. А мой мужчина. Да, мне интересен Мандазир. Моя внешность, тебе... мои жесты. Тебе не кажется, что мне интересен Мандазир. Так оно и есть. Ну вот. Это... Смотрю на тебя, мне кажется, 500. Такой выше? Нет, не угадала. А я думаю, тебе кажется. Не угадала? Ошиблась. Ошиблась, блин. 600, что ли? Ошибаешься. Опять не угадала? А какая тебе? Блин, ну я не знаю. А тебя, Лен, тебя волнует? Я не знаю, просто... Тебя волнует, сколько у меня было отношений? Конечно, ты же бывшая девушка парня, который мне нравится. Бывшая? Мне кажется, ты перепутала что-то. Сегодня нынешнее, да, перепутала. Ой, Лен. Ну, я не знаю, тебя как-то все смешит. Конечно. Улыбает. Я не знаю, знаешь... Я вообще такой нет, человек, подожди. Меня многое что смешит. Знаешь, девушка... Особенно такие, как ты, когда девушка, которая всегда улыбается, потом оказывается эскортницей. Ой, не переживай, Леночка, за меня. Нет, как бы я не переживаю, что ты тут не станешь эскортницей. Тут как бы да, все под камерами. Мне кажется, ты тут не можешь этим заниматься. Подожди. Я тебя так задеваю. Ты когда в параллель говоришь, портишь мой господи, монолог. Господи, монолог. Вот иди в бунгало и поговори, монолог. Ты мне будешь говорить, куда мне ходить? Ты мне тоже не будешь говорить. Ты мне будешь говорить, куда мне ходить? Ты меня решила здесь встретить? Слушай, здесь, на этом острове? Ты сколько на проекте, дорогая, три дня? А какая разница, три дня или я на проекте, или три месяца? Тебя это точно волновать не должно. Нет, меня это волнует. Понятно? Ты решила, что ты будешь наезжать на людей? Я сегодня видела, как ты агрессировала на Дашу. Скажи мне, подожди, тихо. Тишина. Ты можешь ответить, ты ей завидуешь, потому что она красивее тебя? Да, я, конечно, завидую. Потому что я завидую. Нет, она просто видит то, что ты красивее ее, и ей не нравится. А знаешь, почему она ко мне принесла подарки, дары и так далее? Я еще люблю мед, Знаешь, почему? Такие девушки, как она, не терпят красивых девушек. И вот поэтому, Даша, она на тебя агрессирует. Поэтому нужно принять это как данное. Лен, ты прям права. Я вообще Дашке завидую. Она очень красивая. У нее очень шикарный мужчина рядом. Настя обиделась, она так хотела со мной подружиться. Она говорит, ты же моя лучшая подружка. Серьезно? Вот ты ее обломала. Да, да. Я говорю, Настя, ты что, я же сюда не задумала? Нет, не получится. Она говорит, ну как же так, Даша? Мы так хорошо с тобой общались. Блин, каждый день тебя здесь расстраивают. Ой, блин. Каждый день.